Да догоняй ты уже его! Да что такое, ё-моё! Давай, давай, что ты как ёжик в тумане бродишь? Пасуй! Пасуй, бей! Ну обводи его, обводи! Пап, смотри! Славик, не мешай! Ну потрогай! Ну, Славик, ой! Ёжик! Тебе что, своих игрушек мало, что ли? Ну этот-то настоящий! Настоящий? Откуда ты вообще его притащил? Мне мальчик во дворе дал. Давай, 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 бей! Подарил, что ли? Нет, мы обменялись. Он мне дал ёжика, а я ему билетик. Какой еще билетик? Лотерейный. Пап, надо ему что-нибудь дать. А откуда у тебя лотерейный билетик? Я его купил. О! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, папа, ёжик под диван полез. Так зачем же ты отдал свой билет? А вдруг он что-нибудь выиграл? Он выиграл. Как выиграл? И что выиграл? Да телевизор! Как телевизор? А ты откуда знаешь? Так, а ну-ка иди сюда. Я его проверил по газете. Там все цифры совпали. И серия та же. Я уже умею проверять, пап. Я же взрослый. Взрослый? Ты взрослый, да? Ты телевизоры на ежиков меняешь. Но я подумал, что телевизор уже есть. А ёжика нет. Так, где этот мальчик? Как его зовут? Он в соседнем доме живет. Зовут как? Сеня! Доставай своего ёжика. Где он там? Он ползает. Давай, хватай. Нет! Нет! Ай, колется. А куда мы? Все, пойдем обратно менять. Нет, не пойду. Не хочу телевизор. Хочу ёжика. Значит так. Поменяем обратно, я тебе куплю 10 новых ёжиков. Не купишь! Вот этот мальчик. Ну я кого спрашиваю? Этот мальчик? Где билет? У меня нет билета. Значит так, на, забирай свою колючку, а мне отдавай мой билет. У меня нет билета. Мальчик, где мой билет? Куда ты его дел? Я из него голубя сделал. Это что? Это вот мой телевизор улетел? Не телевизор, а голубь. Ты когда его купил? А, еще в садике. А проверял когда? Вчера. Это же другой тираж! Тираж другой! Ну и что? Зато все циферки совпали. Пап, ты не расстраивайся. Сенька говорит, что он все равно отдает.
Спасибо, Сеня. Живет у нас, под кресло бьешь, колючий тихий ежик. На щетку очень он похож, когда не видно ножек. Ты понимаешь, для чего у ежика иголки? Чтобы не трогали его мальчишки или волки. А если яблоки найдет он у тебя на елке, он 3-4 украдет, надев их на иголки. Живет у нас, под креслом ешь, колючий тихий ежик. На щетку очень он похож, на щетку очень он похож, когда не видно ножек. Яблоки найдет он у тебя на елке, он 3-4 украдет, надев их на иголки. Живет у нас, под креслом ешь, колючий тихий ежик. На щетку очень он похож, на щетку очень он похож, когда не видно ножек, когда не видно ножек.